Это полный провал. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Сильно. Да, сама. И вот в такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Назад. Получил, отдал, открылся. Не отдавал он мне. Немножко траекторию, мне кажется, чуточку. Да нет, я на скорости принял, а дальше не успел отдать. Выноси. Выношу. Дальше. Не дают прессинг. Не туда. Ну, не пошел, блин, по внешней. Максим по флангу. Максим то слабо, то сильно, блядь. Ты вперед на сближение сделал. Все. Ну так я ж смотрю, как защитить. Все, я буду. А, остался. Это перехват, награда за его старание. Нормально. Получился рикошет и, естественно, вполне, что мяч в ауте. Да ну-ка. Ты что делаешь? Хорошо. Мяч в центральной зоне, перехват. Отдавал. Быстрее, Максим, думаю. Отдавал. Я же выбирал. Ну и чего, теперь ждем передачи в центр. Лонговая передача никаких дивидендов не приносит, потому что защитник играет грамотно. Правильно вступил. Борьбу вовремя мяч забрал. Да ну не надо так, Леха, блядь, я там хуй выиграю, там два бы... Я знаешь, что боялся? Что там, ну, окружали, и что я обрежусь, понимаешь, лучше так было, а. На мой взгляд. Прессинговывает. Что ж ты? Раза сильно. Охуеть, блядь. Последний пас атаку убил, а можно и позволить игроку защиты. Ого. Просите. Отбивает мяч голкипер. Подача с фланга. Да ну! Чё, ты нарушил? Мир. Красавчик. А, быстрее. Блять. И вот передача в центр с фланга. Что-то было. Охуенный бот. Красавчик. Сам. Опасно! Хорош. И мяч в ворота. Мой. Банальная комментарская фраза. Как на тренера? Ну, первый, так что второй попытки все-таки удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурно. Ну, конечно, но гол есть гол. Гол, конечно, такой. Нормально, нам тоже понравилось. Сегодня зеленый. Ну что ты будешь делать? Хорош, хорош. И посмотрим, получится ли встречная атака. Да ну ё. Прессинг. Именно. Пиздец. Мяч
А у нас бы залетел бы в наши, блядь, ворота. Ничего, хорош, 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 хорош. Да у них, блядь, либо. Давайте, давайте. Назад уходите, ребят. Назад уходите. Ну раз если ты так говоришь, я не слышу. Сейчас как бы у меня стик что-то перестал работать. Я вам, бля, держу. Я еще и нарушил. Так. Просто вижу вас. Продолжают атаку этим пасом. Не сумел уйти от подката форвард, и мяч у него там. Максим, блять. Как ты так высоко, Макс? Я про вот этот подкат, который. Максим. Назад на кость она была отыграть. А он не видит. Назад, рядом, блин. Блять, ты видел, Макс? Там же так можно было разыграть, красиво. И получает команда право на штрафную удар. Я бы не удивился, если бы еще и то бы нарушил. Да. Обычно такая хуйня. Вернулись. Планки опустились. Блять, че меня вечно теперь нас кидают? Блять, пор стоит. Ну, вещь, вот, старался. Ну, тут... Максим, ты вообще нафиг не в теме там был только что. Просто, блядь, помешал боту. Вынос. Вот и привезли, блядь. Ну, видишь, мимо меня. Мяч. Да хер ли, потому что тебя навешиваем, фланги так не поднялись нихера. Пришлось мне отыгрывать на этот бред. В смысле не поднялись? И Ваня, и Андрей, мы все стояли сзади. Да? А кто почему-то по флангу там никто не крыл чувака, который пробежал? Говори слово. Сзади это не означает, что они... Они если видят, что я возвратился, они сразу вперед бегут все. Ну так я же о чем и говорю. Получилось так, что обратно бежал я, Саша. И я бежал. Макс, ты я боту бежал. Только помешал. И причем ты уже вперед уходил, когда боту помешал. Ну конечно, но лучше самое свистнуть именно сейчас. Нормально, блять, 5-3. Охуенно вообще просто. У них один на один на один. У нас 5-3, хуй. Это уже какой матч? Вчера что, думаешь, что не так же было? Пиздец. Нет, ну тут мы привезли себя, тут уже, блядь, не игра. Ты я проговорю про 1-1. Удары. А? А не про то, что привезли. Про то, что один момент, один гол. Пиздец, блядь. Мы же первый тайм, блядь, гнаем. Давайте выиграем. Бесит меня, блядь, такой. Не летите все вперед. Половина игры, все как будто с самого начала, но только все же не совсем. Ну куда ты, Макс? Жесткая борьба за мяч продолжается. Разберите игроков втроем. Стоите это. Вот свободно мяч остается на какое-то время. Встречайте. Перед собой игрока держите. Двое штанги, не уходим после подачи. Вперед. Продолжается игра. Продольными передачами это зовут.
Научи, Макс. Кипер должен был забрать, потому что он сколько откатился. Не, он был бот, он и сам не пошел. Что там мяч Наташин был? Именно. Качество паса, качество игры. Вот это называется смачно забил. Да, 3 часа. Блять, финаль. Ну ладно. Стало. Выбрал позицию, прочитал. Красиво. Пера. Ваня стоит. Беги, ты. Короче, блять, нахуй. Да. Сколько команды владеют мячом? Ну что, игра примерно равна? Блять, я раньше отдавал, блять, он держал меня пиндос. Думаю, на
Что мы всех пролетим. Давайте еще и не втыкаем. Давай. Хорош! Фу, Валерий! Я ж говорю, на втыкаемый. Хватит отскакивать, я не понимаю. Еще 10. Хорош. Хорош. Просто играйте со звоном. Вот давай! Еще бы! Они же знают, что важное сейчас, именно сейчас, команде забить. Забирайте! Ну, бегите ж, блядь, встречайте. Хорош. По флангу. Андрюха, по флангу мне все. Все, хорош. Выиграл, только все пробежали. Сколько раз повторял, игрекам головой тяжело выигрывать, поэтому не бегите вперед. Бля, вот простой пас. Как, блядь, так можно, нахуй, пронестись? Дальше. Это упустит. Дернул мышцы, это 3 недели. Ну же! Да, ёб твою мать, ну что это за херня, блядь? Ну что ты за хуйня, блядь, господи. Ой, блядь. Не хуй знает. Так часто бывает в напряженном поединке, когда все стремятся к победе, добиться ее не может ни тот, ни другой. Ну отлично сегодня играли обе команды, пусть будет ничья. 45-е и 90-е.